Добрый день, дорогие учителя! В эфире программа «Вечерний Багун» и ее специальный праздничный выпуск. Наши корреспонденты Аня Якубова и Никита Пономарев отправились к учителям гимназии города Троицка, чтобы узнать подробнее о жизни школы. Привет всем многоуважаемые зрители нашей передачи «Вечерний Багун». Сегодня я и моя помощница Анна, которая находится уже в здании этой прекрасной школы номер 6, пришли сюда и решили задать самые каверзные вопросы учителям этой школы. Узнаем, насколько же они хорошо смогут на них ответить. Пойдемте! Первый вопрос, заданный учителям, звучал так. Как, на ваш взгляд, должны одеваться ученики? Удобно. Кожаная одежда. Парик, красный нос, большие ботинки, штаны веселые в клеточку. Элегантно. Блохоны какие-то черные. Шапки какие-то черные. Я не знаю. Я с ними не встречалась. Удобно, ярко. Привлекать. Ну, конечно, сразу вспоминается косуха, какие-то такая обувь конкретная на подошве, зашнурованная. Но в основном это кожа, конечно. И шлем, желательно с рогами. Таких обалденных платьев, что просто дух завораживает. Черное, темное, острое. Вопрос номер два. Сколько по времени должны длиться уроки? 15 минут. 10 тысяч часов. Но знающие люди мне сказали, что часа 3. В среднем минут 15-20. Третий вопрос. Как будут проходить контрольные работы, если мы перейдем на дистанционное обучение? Ну, конечно же, на ковре-самолете. Индивидуально. В одиночку, на море, на солнце. На грядке, как все. На богам. Чтобы было мало детей. Читать, спать, гулять. На лодке. Сидя у камина, пить кофе, мягкий плед, дождь за окном, вести милую беседу. На даче. На пляже, около моря. Чем занимаются преподаватели в учительской? Песни поют, танцуют, веселятся. Любим посидеть, вместе пообедать, кто-то привозит свои любимые яства. Ну а потом рассказы, фильмы смотрим, подбираем коллекцию. И, конечно же, песни под гитару. Следующий вопрос. Как проходит педсовет? Замечательно. Там собираются самые лучшие. Но я думаю, что это очень весело, зажигательно. И они там постоянно пляшут и поют песни. В зависимости от вкусов того, кто их устраивает. Поэтому кто-то любит потанцевать, кто-то любит что-то посмотреть развлекающее. По-разному проходит. На карете. Ну, я думаю, весело. По крайней мере, весело. Совместно на природе? Я там не была точно. Проходит, наверное, весело. Без Пугачёва никуда. На ракете? Мы посещаем театры, музеи. Гуляем на природе, ездим в различные усадьбы, Коломенское, Царицыно. Как вы относитесь к ученикам? Положительно, они теплые на ощупь. Спокойно, но мало приятного. Мне они не нравятся. Ну вот у меня детишки в первом классе, я задавала вопрос такой, они почему все боятся? Равнодушно. Прекрасно. С огромным уважением. Замечательно отношусь. Честно говоря, боюсь. Старались их. Это такая субкультура, опасная, вот немножко пугающая. Если я их встречаю на улице, я боюсь. Последний и главный вопрос. Что вы хотите пожелать ученикам? Счастья. Счастья и любви всем. Быть успешными, верить в свои силы, быть готовыми к любым испытаниям в этой жизни. Год на ваши плечи выпал непростой, сложный. Я вам хочу пожелать, чтобы вы его достойно прошли, прошли здоровыми, крепкими, закалил, чтобы этот год вас, и вы показали максимально хорошие результаты. Я бы хотела им пожелать успешно сдать экзаменов, поступить, куда они хотят, и обязательно, чтобы вот мечты, вот планы, которые у них сейчас есть, обязательно исполнились. Чтобы они закончили без пандемии, ну и, естественно, все, чтобы закончили на пятерке, написали ЕГЭ.
Ой, ребята, я так вас люблю. Я вам от всего сердца желаю испытывать состояние радости, состояние уверенности в том, что у вас все всегда будет получаться. И чтобы вот это вот ощущение, что я все могу, крылья за спиной всегда у вас были. И это вам придаст, мне кажется, ощущение, которое называется счастьем. Дорогие учителя, от лица 11 классов я хочу сказать вам спасибо за тяжелый труд и терпение. С вами был ведущий программы «Вечерний Багун». С праздником! Парики, у них красные носы, у них большие тапки. Такие классные ребята они. От лица 11 классов я хочу поблагодарить... не хочу вас благодарить, хочу сказать спасибо всем. Сколько нужно часов, чтобы стать экспертом в каком-либо деле? Этот вопрос не для вас. Я хочу поблагодарить вас с... поблагодарить с...